Таджикистан будет укреплять сотрудничество со странами региона. О том, что Душанбе поддержит инициативу НАТО, заявил президент республики Эмомали Рахмон на встрече с депутатами парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. Таджикистан – надежный и верный партнер НАТО, является одной из ключевых стран региона. Мы стремимся укреплять и расширять наши отношения с республикой для поддержки стабильности в регионе, в том числе и в Афганистане, и будем и впредь поддерживать органы безопасности и оборонные структуры страны. Также стороны обсудили программы партнерства во имя мира и сотрудничества между Республикой Таджикистан и НАТО. В них входят подготовка военных кадров, изучение языков, борьба с международным терроризмом, экстремизмом, также с незаконным оборотом наркотиков.